только посмотрите на эту лестницу. В этой лестнице 168 ступенек. Это место называется Сонбок-доро. Сонбок-доро переводится как «дорога на склоне холма». Во время Корейской войны в Пусан хлынула волна беженцев, и это было единственное место, где они могли селиться. Селились очень плотно, поэтому на склоне холмов образовывались узкие улочки, похожие на лабиринты. Вы только представьте, каждое утро мужчины спускались по этой лестнице, чтобы пойти на работу, а вечером уставшие приходили домой, и им приходилось карабкаться по этой лестнице вверх. Давайте пройдем и посмотрим, как улицы выглядели в то время. Мы находимся по соседству с культурной деревней Камчон. Но в отличие от того места, вы здесь не увидите толп туристов. Смотрите, я нахожусь в самом начале деревни Амидон. Эта деревня находится на месте бывшего японского кладбища. После освобождения Кореи японцы в спешке покидали свои дома и оставляли останки своих родных здесь. А во время Корейской войны беженцы заселили эту территорию, и поскольку дома строились очень близко друг к другу, потому что не было места, для строительства домов использовалось все, что можно было использовать. Смотрите, вот старый дом. Здесь можно увидеть, что для его строительства использовались доски и надгробные плиты. Смотрите, надгробие. Вы можете себе представить, жить на могиле? Невообразимо. Но в то тяжелое время людям было негде жить, и у них не было выхода. Жизнь была настолько тяжелой, что им было не страшно. Им были не страшны ни привидения, ни кладбище, ни могилы. Это подтверждение того, что люди все еще здесь живут. Я чувствую себя охотником за сокровищами. Посмотрите, я нашла еще один могильный камень. Теперь я точно знаю, что это. Весь фундамент состоит из могильных камней. Я думаю, что и этот камень тоже могильные. Посмотрите, какая узкая улочка. Толстому человеку не пройти. Здесь может пройти только один человек. Тяжело поверить, что в этих узких улочках до сих пор живут люди.
Аньосайо хальмунидари. Ахокши. И майре. Ульмана уре сэшоннайо? А кто-нибудь видел то старое кладбище, которое было здесь до того, как начали строить район? Так значит, все дома стоят на бывших могилах. А если начать копать? Сайджин, ханбон, чигумён тэнэйо? Нэ. Хана, дуэль, сэ? Хэдэнгшэйнэ, чипто ивгору чагатчимэнэ, нумматэмэ, ё васэ, оро-оро, бакатэ сальмэсэ, чугул кэрэдо, гачи мукко, гогумэн сальмэдо, хантюгасэ калла мукко, хэрэкэ салэсэ. Хэрэдо, нэ, ё, да чэмдэрго ираникэнэ. Чэйгэ. У этого района такая трагическая история. Жизнь людей здесь была очень тяжелой. Но когда гуляешь по нему и видишь, как ярко раскрашены дома, создается впечатление уютности и самобытности. Поднимемся чуть выше, я хочу посмотреть, какой вид открывается с этих холмов. Отсюда уже видно город, но давайте поднимемся еще выше. Вот с этой точки мне видно Ёнгдо, мне видно Пусан Тауэр и Хандэгё. Люди, которые живут здесь, это бедные люди, но зато из их домов открывается самый дорогой вид на Пусан. Thank you.
Тяжело представить, но в этом месте раньше люди жить не могли, потому что здесь было море. Во времена японского колониального правления эту землю засыпали, и японцы использовали этот район под военные склады и конюшни. Сейчас этот район выглядит абсолютно по-другому. Но если мы прогуляемся по этим улочкам, мы наверняка найдем следы истории. Пошли? Жизнь кипит в этих улочках. Бабушка стирает белье. Посмотрите, какая уютная аллея. Колокол. Здесь написано, что в этой деревне было 3 больших пожара. После первого пожара повесили этот колокол, чтобы предупреждать жильцов об опасности. Последний раз этот колокол звонил 30 лет назад. А после этого его использовали, чтобы позвать тетеньку из супермаркета. Давайте попробуем позвонить. Громкий! Такие маленькие комнатки. С трудом верится, что в такой маленькой комнатке жила целая семья. Какая интересная дверь. Обрывки газеты и писем, которые давно не читают. Когда-то на месте этих квартирных домов была такая же аутентичная деревушка. Через 3 года эту деревушку снесут и построят такие же квартирные дома. Истории этого места исчезнут вместе с этим местом. И это делает мои фотографии уникальными. Thank you.
Уже стемнело. Я иду на звук и на свет. Там что-то происходит. Собрались люди. И, похоже, они смотрят кино. Пошлите посмотрим тоже. Вот и закончилось мое фотопутешествие по Пусану. Во многих местах я побывала впервые. Мое представление о Пусане стало глубже. Я поняла и прониклась к людям, к их трудностям и к их радостям. Если и вы хотите узнать настоящую жизнь Пусана, прогуляйтесь от Ёнгдо до деревни Хочон. Медленно, без спешки, с широко открытыми глазами и душой. И наслаждайтесь следующим эпизодом. Пока! Когда люди приезжают в Пусан, что они первое видят? Это они проезжают по мосту Кванандегё, они видят Марин-Сити, они видят Кванали. Конечно, мне хочется показать им, что все намного глубже. Второе дно, что нужно смотреть и изучать, и читать больше о месте, в которое едешь. Что я участвовала в таком проекте. Спасибо большое команде, которая оказывала большую поддержку. Хальмони, на чем посео? Эпуника кантига налогеса. Чимини не еги, дехи, камсамнида. Узкие старые улочки, похожие на лабиринт.